ребят, пожалуйста, прошу вас, умоляю, зайдите в создание серверах, адрес наставка и адрес сервера daigers.ru. Порт стандартный, который у вас стоит, название любое. Я просто веду такое, так сказать, секретное название с цветами. Хотите, повторяйте, хотите нет. Но это лучший сервер, на нем есть пушки, квесты, работы, топеры, где можно пвпшиться с ними и, возможно, выбить даже донатерские шмотки из кейсы с донатом. Что? Да, такое есть. Ну что ж, продолжаем. И всем хай, с вами я, Хакер777, и потому то, что я сделал, а что делал? Ссылочка в описании на мой телеграм, где я провел опрос, на какой будет ролик, и выбрали обзор новой версии 1.19.50, да, поздно, но все же. Вот тут бамбуковые доски, да, бамбуковые доски. Это не просто настройки, это экспериментальные настройки. Вот так, то есть, вот они, смотрите. Так они называются, бамбуковые доски. Так мы их ставим, ну, они со всех сторон одинаковые. Так, давайте вернем на место. И следующий у нас, это бамбуковая мозаика. Да, вот у меня на бамбуковой табличке. Она вот такая, такая необычная, я бы сказал. Вот она со всех сторон одинаковая, естественно. Она такая прикольная, так она называется, вот бамбуковая мозаика. Ну, вот такая обычная, как и бамбуковые доски, только разделены четвереньки и поделены. И бамбуковый забор, вот так он выглядит, вот в нем свинюшки и два слайма. И вот так они выглядят сверху, ну, прикольно, прикольно. Потом идут у нас бамбуковые калитки, да, вот такие они красивенькие, как бамбук, сушеный бамбук, я бы сказал, сушеный бамбук, старый бамбук, я бы сказал, пошла вон свинья, не нужна нам она. Потом тут идет бамбуковая дверь, вот чисто туалет Шрека, за Шрека лайк. Ну, такая у меня здесь окошко, потом посмотреть можно. В туалете такое не советуется, естественно. Так, давайте я вот здесь сломаю, чтобы удобно было вот это вам посмотреть. Так. Так, так, так. И ну, тут тоже все видно. Так, следующее, это новые полки. Они не бамбуковые. Туда можно положить обычные книжки, зачарованные и книгу с пером. Ну, тут защита 1, ну, это без разницы какая. Вот с пером, смотрите, так же кладется. И цвет, к сожалению, пока что нельзя менять. Там ресурс паки, полюбаться точно можно. Так, давайте снимем. Ой, что я подрежу. Вот так давайте делаем, чтобы дым не было. Оп, оп, оп. Мы их сняли, да. И потом таблички. Как подвесные, так и обычные. И самое плохое с подвесных, это... Этот маленький текст, ё-моё, он должен быть большим, чтобы мы его видели издалека. Слайм. Вот видите, он очень маленький, то есть элементарно с блоков 5 уже не видно текст. Так, потом идут у нас бамбуковый плод. Там вот слайм, ладно, не будем его убивать, это долго. Бамбуковый плод с сундуком, вон там досажатель. Вот он сидит, дайте его... А, потом скинем. И верблюд. Сами верблюды. Вот я маленького сделал. Большого как-то. Ну, большого скучно. Большой что там. На него также можно седло поставить. Ну и все. Вот так. Смотри. Куда полетел Вася? Эй, Вася. Ладно. Вот, смотрите. Он больше похож стал на Элея. Такой вот. С мечом железным. Хорошо, что не с алмазным. Вот так. Теперь перейдем к настройкам. Что у нас в настройках? Это, естественно, управление, ребят. Мы заходим в управление. Ну, как думаете, и что там видим? Ну, касание, да. Не управление, извините, касание. И тут у нас... Режим управления. Джойстик и касание для взаимодействия.
Это вот на котором я сейчас. Потом идет у нас двигайте крестовину и касайтесь для взаимодействия. И джойстик и наведение перекрестия. Да, к сожалению, менять джойстик и касание для взаимодействия нельзя. Я бы хотел, чтобы крестик также на ПК, но, к сожалению, это пока невозможно. Пока. Надеюсь, это будет возможно. Ну, как-то вот так. То есть... Я хожу с таким управлением, потому что оно мне более удобно, но крестик, к сожалению, поставить нельзя. Да, ну, что могу сказать? Мне, если честно, обнову понравилось. Наши верблюды, все такое. Да и наш сервер, в общем-то, перешел на эту версию. А какой сервер? Правильный, Game Effect. Да, я на нем играю, ролики вы на нем видели. Чем могу сказать? На нем скоро новый ролик. Либо новости, либо новый ролик. В вкладке сообщества я сделал опрос. Пожалуйста, посмотрите. Ну и в Телеграме я сделал то же самое. Ну а с вами был я, Хакер777. Всем удачи, всем пока.